Фестиваль профессионального мастерства «Газпром-Трансгаз Томс» собрал на конкурсных площадках сотрудников администрации всех филиалов компании. На этот раз свое мастерство показали более 340 человек. Это рекордное количество участников. В Томск приехали те, кто успешно прошел конкурсный отбор в своем филиале. Лучших определяли руководители компаний, отделов и служб по 18 профессиям. С каждым годом фестиваль становится все более масштабным мероприятием. Роза Рапетян расскажет подробнее. Специалист противокоррозионной защиты обследует подземный газопровод. Изоляционное покрытие должно соответствовать установленным показателям. В соседнем здании виден фонтан искр. Там в умении сделать самый ровный и прочный шов соревнуются сварщики. Без них не обходится ни один ремонт на трассе. Производится оценка выполненных сварных соединений после сварки. Оценивается визуально выполненное сварное соединение, его геометрия. Водитель легкового и грузового транспорта – это тоже одна из важнейших профессий газотранспортного предприятия. Не сбить кегли, проехать вот такой своеобразный лабиринт и при этом не пролить жидкость на капот. Это задание выполняют водители легковых автомобилей. Лучшего из них выбирают на фестивале профессионального мастерства впервые. Конкурс дает очень многое, знания, опыт. Где-то, если в жизни что-то забывается, то при подготовке это обязательно вспоминается, и в работе всегда используешь именно нужную нормативную документацию и делаешь все четко. На фестивале лучшие из лучших от каждого филиала обмениваются опытом и накопленными знаниями. Среди участников электромонтеры, операторы ГРС, слесари, специалисты службы связи, инспекторы службы корпоративной защиты и даже медики. Непрерывное обучение сотрудников – один из приоритетов кадровой политики компании, особенно сейчас, когда строительство газопровода «Сила Сибири» вышло на финишную прямую. Мы считаем, что мало работать и просто выполнять свои должностные обязанности, нужно совершенствоваться каждый день. И поскольку наше предприятие эксплуатирует газопровод на территории, занимающей 3/4 Российской Федерации, соответственно, мы должны собирать вместе всех представителей профессии для того, чтобы они встречались, обменивались опытом, своими знаниями и соревновались между собой. Высочайший профессионализм работников компании, имеющий томскую прописку, стал ключевым аргументом в принятии решения к руководствам «Газпрома» поручить реализацию проекта «Сила Сибири» именно этому коллективу. Сегодня это качество команды «Газпром-Трансгаз Томск» не оставляет сомнений. Подача газа в Китай начнется в установленные сроки. Роза Ирпетян, Антон Сухушин, Вести, Томск.